Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Не так коротко о некоторых из них. В Самарской области до 2 миллионов рублей повысили единоразовую выплату гражданам, решившим заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Решение озвучил глава региона Вячеслав Федорищев. Знать историю своей родины. В Самаре подвели итоги диктанта победы. Дипломы лауреатам вручил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Самарский Катон против пивного короля. Новая выставка, посвященная противостоянию Михаила Челышева и Альфреда фон Вакана, открылась в музее Алабина. Единовременная выплата за службу по контракту с 16 октября составит 2 миллиона рублей. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона сделал акцент и на необходимости принятия дополнительных мер по информированию жителей региона о прохождении службы. Ксения Баканова расскажет подробнее. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту. Главной темой стала поддержка военнослужащих и членов их семей. Глава региона сообщил, что будет увеличена сумма единоразовой выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения СВО. В Самарской области она вырастет с 1 205 000 рублей до 2 миллионов рублей. Обеспечение максимального внимания к членам семей военнослужащих, а также непосредственно к нашим героям, всегда являлось приоритетом. Последние несколько лет работы всей страны и правительства Самарской области. Наша задача сделать все от нас зависящее, чтобы максимально дать возможность тем, кто принял для себя такое решение, пойти на военную службу по контракту. Решение вступит в силу 16 октября. Всего за первый год службы военнослужащий по контракту получит от 4,5 миллионов рублей. Дополнительно при заключении контракта военнослужащему и членам его семьи предоставляют более 30 мер социальной поддержки. Принято решение об увеличении выплат для граждан, которые принимают решение заключить контракт для несения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации до 2 миллионов рублей. Кроме того, для граждан, которые будут принимать участие в акции по привлечению граждан для заключения контракта, установлена сумма выплат в размере 15 000 рублей за каждого гражданина, который заключит контракт. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Дополнительная информация размещена на сайте контракт63.ру. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События. Иван Носков в своем телеграм-канале написал, что он назначен первым заместителем главы Самары. В данный момент исполняет обязанности мэра. Он уже встречался с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по вопросам дальнейшей работы. И тот поставил перед ним очень серьезные задачи на ближайшее время и на далекую перспективу. В ближайшее время Иван Носков планирует знакомиться с коллективом администрации города и депутатами. Жители Самарского региона продолжают уведомлять об уплате имущественных налогов за 2023 год. Напоминания об оплате получили уже большинство граждан. Куда приходят уведомления, кому и какие налоги необходимо оплатить? Слово Полине Чулюковой. Деньги любят счет, особенно когда речь идет о налогах. В Самаре завершается рассылка налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов за 2023 год. В этот список входят земельные и транспортные налоги на имущество и доход физических лиц. И НДФЛ, неудержанный налоговым агентом. Граждане получают уведомления через портал госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, в МФЦ, заказными письмами на почте или прямо в инспекции. В налоговом уведомлении указываются все объекты, за которые должен гражданин уплатить, и соответствующая сумма налога. То есть объекты могут постоянно меняться, могут изменяться ставки налогообложения, у людей могут возникать разные льготы. Хотелось бы поблагодарить всех добросовестных налогоплательщиков, которые уже до срока уплатили свои имущественные налоги.
Благоустройство города, здравоохранение и образование – те сферы, которые финансируются за счет налогов граждан. Только в Самарском районе, благодаря собранным налогам, благоустроили 9 дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализовали 3 территории по программе «Твой конструктор двора», заасфальтировали 18 внутриквартальных проездов, а сейчас заканчивается реализация 2 проектов по программе «Содействие». Все вопросы жизнедеятельности города, конечно же, подпитываются именно теми средствами, которые собираются налогами. Уведомление, особенно через госуслуги, это очень важно, очень нужно и интересно. Вот я даже по себе знаю, уведомление пришло, я в течение, наверное, 20 секунд оплатил те налоги, которыми нужно оплатить в текущем году. Не нужно стоять где-то в очередях. Срок уплаты имущественных налогов – 2 декабря. Уже с 3-го должникам будут начислять пенни. Сейчас это 1/300 от ставки Центрального банка. Далее информация о задолженности будет передана судебным приставам. Должнику могут ограничить выезд, регистрационные действия с автомобилем или недвижимым имуществом. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События. Они заботливо хранят историю родного края. В Самаре прошло награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных учреждений «Солдаты Великого Отечества». Лучшие школы получили грант на развитие своих музейных комнат, чтобы собрать еще больше информации о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Отметили подарками и тех, кто лучше других справился с заданиями диктанта победы. Подробнее в нашем сюжете. Студент Самарского училища культуры и искусств Захар Бабицкий специально к диктанту победы не готовился. Провел лишь несколько дополнительных занятий с учителем истории. Но тем не менее, его работа стала одной из лучших на региональном этапе. Он блестяще справился со всеми предложенными заданиями на тему Великой Отечественной войны. Просто узнал, что мне семья давала, что учителя, преподаватели, вот, я все это впитывал. И с уверенностью готов сказать, что достаточно знаю. Захара и других победителей наградили в рамках проекта «Историческая память». Им вручили дипломы и ценные призы. Поздравляю победителей депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Вопросы специально формируются таким образом, чтобы они вызывали у участников интерес, чтобы было потом интересно, чтобы узнать новое, чтобы тебе захотелось пойти в библиотеку, залезть в интернет, посмотреть фильм о войне, прочитать какую-то книгу. Над вопросами работают профессиональные историки. Те, кто отвечает правильно на все вопросы, конечно, люди, любящие, знающие историю. В рамках проекта «Историческая память» наградили региональных победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных учреждений «Солдаты Великого Отечества». Во многих школах региона есть музейные комнаты, посвященные героям или событиям Великой Отечественной войны. Тех, кто лучше других организовал работу таких экспозиций в своих учреждениях, наградили в номинациях «Городской и сельский музей». Мы для себя же передаем именно ту правдивую историю, именно историю нашего государства. И когда ребята вовлечены, я думаю, всем очень интересно. Прикоснувшись к этому, для ребят это очень важно, очень почетно. И вот именно той линии это пройдет на всю жизнь, запоминающееся такое событие. Учреждения победителей получат также денежный грант. Они могут направить эти средства на развитие музейной комнаты, закупку нового интерактивного оборудования, а также на сбор дополнительной информации и вещей, чтобы расширять свои экспозиции и сохранять память о земляках-героях. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Сохраняй здоровье с молоду. В одной из детских поликлиник города открылся Центр репродуктивного здоровья подростков. Работа центра заключается в просветительской работе и медицинских консультациях для детей и подростков. Центр открылся при поддержке региональных министерств здравоохранения и образования. Подробности расскажем далее. Самарским подросткам расскажут о том, как поддерживать репродуктивное здоровье. Образовательно-просветительский курс пройдет в Центре охраны репродуктивного здоровья для детей и подростков. Он открылся на базе детской городской поликлиники №1. Здесь будут проходить лекции и семинары для юношей и девушек, а специалисты будут проводить медосмотры. В это вкладывается очень большой смысл. В чем? Потому что у нас репродуктивное здоровье зависит не только от, допустим, половых гормонов, оно и зависит полностью от психологического состояния ребенка. От соматического состояния ребенка. Это будет междисциплинарный подход к вопросу репродуктивного здоровья ребенка. Прийти может любой ребенок города Самары. Мы будем принимать всех. Сам проект, он будет идти по всему региону. И здесь уже наши тренеры будут работать в образовательных учреждениях, в первую очередь системы профессионального образования, то есть в колледжах. И здесь будет тематика и медицинская, тематика и психологическая, тематика и социальная с подкреплением
так же как выездных медицинских осмотров, так и осмотров, которые будут проводиться здесь. То есть это вот такой комплексный проект. Работу Центра охраны репродуктивного здоровья будет курировать Самарский медуниверситет, который выступил одним из идейных вдохновителей проекта. Сотрудники кафедры будут участвовать непосредственно в работе этого центра. И у нас есть общество волонтерских движений. Самарский государственный медицинский университет уже давно занимается информированием подростков. Созданы школы для подростков, которые обучают и правильному репродуктивному поведению, и основам охраны здоровья, да, здоровьесберегающих технологий для подростков. Участниками проекта стали студенты-медики, а также волонтеры Самарского центра развития добровольчества. Студентка Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Марина Белкина в числе волонтеров планирует принять участие в просветительских мероприятиях центра. Рассказывает, эти знания важны, чтобы в будущем родить здоровых детей. Но и сейчас Марине есть с кем поделиться ценными знаниями. Я старшая сестра среди всех детей в семье. Вот, и будущая мама. Для меня это будет очень полезно тем, что я смогу больше узнать про то, как сохранить и поддерживать свое здоровье в будущем. Ну и, собственно, поделиться опытом с другими людьми. Работа центра будет расширяться в планах проведения выездных мероприятий в колледжах просветительского и медицинского характера. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты узнали у жителей Самары, помогают ли они своим детям делать подделки в детский сад. Воспитательницы, вот они сами всегда в садике делали, да. Немножко помогала, ну как вот, наставить на путь, что надо сделать, а делал сам. Как бы идею рассказывал, что надо сделать, как, а вот уже вот с руками все, что делал сам. У мамы и воспитатели. Это я помогала. Шишки, да, делали все эти подделки. Естественно, я очень хорошо рисую. Подделки оба делали, тоже до 11 вечера, до 10. Мы лепили, мы рисовали, все как бы делали. Все вместе, двумя, четырьмя руками. Далее коротко о других темах дня. В связи с проведением аварийных работ на водопроводе по адресу улица Паровозная, дом 5, до 10 вечера 14 октября изменится трасса следования автобусных маршрутов 3 и 13. Маршрут номер 3 проследует в прямом направлении от остановки улица Железноводская до площади Революции. В обратном – по тому же маршруту. Автобус 13 проследует в прямом направлении от Губернского рынка до остановки улица Железноводская, в обратном – с остановки улица Железноводская до Губернского рынка. Председатель правительства области Михаил Смирнов спустился в Самарскую подземку и рассказал, когда достроит станцию театральную. По его словам, на сегодняшний день сама станция готова примерно на 70%. Главные же работы ведутся на левом перегонном туннеле на глубине более 20 метров. Работы идут круглосуточно, хотя это незаметно снаружи. В России на 78% выросла стоимость запчастей для машин, а за два года цены на них поднялись на 264%. Страховые компании провели подсчеты с начала этого года. Рост цен связан с усложнением процесса доставки комплектующих в условиях обхода санкций. В страховых организациях планируют увеличить стоимость каска с учетом роста цен на запчасти. До 31 марта 2025 года Центробанк не будет ограничивать банки в регулировке процентной ставки. Это решение принято для того, чтобы финансовые организации могли не отказываться от выдачи ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Для заемщика снятие ограничений на полную стоимость кредита означает возможный рост процента по ипотеке, но без дополнительного завышения стоимости жилья. В ПСК входят проценты за использование кредита, базовый долг по займу, дополнительные расходы, в том числе взносы на страхование и комиссии. Сейчас в банках ипотеку можно взять в среднем по 22% годовых.
В ближайшие две ночи жители региона могут наблюдать полярное сияние. Астрономы предупреждают, что такое явление непредсказуемо и спрогнозировать его появление невозможно. Видимость сияния зависит от облачности и яркости свечения Луны. Художник-карикатурист, чьи работы публиковались в самых крупных изданиях Самары. В доме журналиста прошел вечер памяти Юрия Воскобойникова. Наша съемочная группа побывала на месте события. Меня зовут Юрий Семенович. Это сейчас. А раньше был, естественно, Юрой. И уж как только не измывались над моим именем. В общем-то, нормальным именем. Ну, Юрок, Юрец-огурец. Юрдос-паровоз. Художник-карикатурист Юрий Воскобойников, который написал эти строки, был очень известен в Самаре. Он родился в военном Куйбышеве в 1941 году. С ранних лет увлекся рисованием, что и предопределило его дальнейшую судьбу. Сначала Юрий устроился на телевидении, затем работал в печатных изданиях. Его рисунки печатали как местные газеты «Волжская коммуна», «Волжский комсомолец» и «Горчишник», так и всесоюзные издания, к примеру, журналы «Крокодил» и «Смена». А карикатуры «Черта бедности» и «Горькая правда» стали классикой. Юра тянулся к такому настоящему. То есть кич, ну, разные ремесленники есть, рисуют. И всякие карикатуры я видел, не очень такие серьезные. А у него с интеллектом все. У Юры всегда с интеллектом было хорошо. Чутье было природное. Юрий Воскобойников занимался оформлением книг. Одна из них «Все хорошо, прекрасная маркиза» была выпущена в 2002 году. Мне кажется, что Юра среди всех вот нас был, ну, наиболее таким интеллигентным, вот какого-то такого, ну простите, может быть, за высокое сравнение, но лихачевского типа. Вот он был абсолютно вот молчалив, совершенно грустен, с абсолютно печальными глазами, мало говорил. Но то, что он говорил, писал и рисовал, это было абсолютное горькое чутье, горькое понимание времени. На вечер памяти Юрия Воскобойникова, который проходил в доме журналиста, собрались его друзья и близкие. Я помню, к 1 мая Юра нарисовал красивый плакат. Весенний, вишенки, это вишневые веточки, цветочки, все такое прочее. А меня, как самого молодого, назначили дежурить, поскольку мы же тогда выходили поздним вечером. Мы подписали этот номер в 7 утра 1 мая. И как там ругался Владимир Михайлович, который тогда был. Он у меня до сих пор как живой стоит перед глазами. Вот его интонации, его движение, его критика. То есть это такой яркий человек оставляет после себя вот такие вот яркие, чувственные очень воспоминания. Изюминкой вечера памяти художника стала викторина, задача которой была отгадать, кто изображен на известных карикатурах Юрия Воскобойникова. Августина Охременко, Сергей Баскин, «События». Самарский катон против пивного короля. Выставка под таким названием открылась в Самарском музее имени Алабина. Экспозиция, посвященная двум знаковым для Самары личностям, Михаилу Челышеву и Альфреду фон Вакана, предлагает погрузиться в их очный спор о сухом законе и заочное противостояние мировоззрений. Подробнее в нашем сюжете. Альфред фон Вакан, пивной король Поволжья, промышленник и меценат, и Михаил Челышев, депутат Государственной Думы и принципиальный противник алкоголя. Обе эти личности навсегда останутся на страницах истории Самары. Тем интереснее наблюдать за столкновением их мировоззрений, отталкиваясь от очного спора о сухом законе 1908 года. Именно это и предлагает выставка в музее Алабина. Два разных способа смотреть на мир, но при этом они друг друга готовы отменить были, как это сейчас модно называть. Вот. И мне стало интересно вот это мировоззрение, неразрешимая проблема, в то время как они оба для нас важны. Вот. Ну и, собственно, попытались столкнуть их. Как видите, здесь даже не столько очный конфликт, сколько заочный. Мы сравниваем их в разных составляющих. Наследие, благотворительность, общественная деятельность. Помогают сравнить двух общественных деятелей документы той эпохи, газетные вырезки, карикатуры, воспоминания современников и различные предметы быта, которые ранее хранились в запасниках музея, а теперь предстали перед публикой. Много вещей из наших фондов, связанных с этими людьми, которые, в общем-то, нельзя увидеть просто так, придя в музей. Здесь и с высокой долей вероятности кресло, принадлежавшее фон Вакана. Здесь и интересные какие-то другие элементы, даже элементы одного из челышевских домов. И увидеть их можно именно на этой выставке.
конце осмотра экспозиции посетителям предоставляется возможность проголосовать за того деятеля, чья позиция ближе. Авторы выставки обещают, что в конце сделают подсчет голосов и, таким образом, постараются поставить точку в споре двух легендарных личностей. Внести свой вклад в это решение можно до конца ноября. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Игроки футбольных клубов Самарской области защищают честь своих сборных во время паузы на матче национальных команд. Хоккеисты ЦСКА ВВС продолжают серию неудачных игр на своем льду в ВХЛ. А самарские гимнасты завоевали несколько медалей на российском первенстве. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В российском футболе пауза на международные матчи. Из «Крыльев Советов» в свои сборные отправились несколько игроков. Сергей Бабкин принял участие в открытой тренировке сборной России с детьми. Игорь Дмитриев забил 2 гола за молодежную сборную России в контрольном матче против сверстников из Китая. Россияне победили 6-0. А Томас Галдамас отыграл за Чили 65 минут в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года против сборной Бразилии. Чилийцы уступили 1-2. За свои сборные сыграли и игроки «Акрона». Македонец Боян Димоски вышел на 55-й минуте матча Лиги наций против Латвии. Заработал желтую карточку, но помог Северной Македонии победить 3-0. Бен Шимол сыграл за сборную Кабо-Верде в отборе на Кубок африканских наций против Ботсваны. Синие акулы уступили 0-1. Хоккеисты ЦСКА ВВС продолжают серию домашних игр в ВХЛ. Накануне самарцы принимали пензенский «Дизель». Гости открыли счет уже на 6-й минуте встречи, реализовав большинство. Но летчики отыгрались практически сразу. На 15-й минуте игроки «Дизеля» снова наказали самарцев за удаление. Затем голов не было до середины 3-го периода, когда гости удвоили свое преимущество. 1-3 – поражение ЦСКА ВВС. Баскетболисты «Самары-2» начали новый сезон единой молодежной лиги матчами в Санкт-Петербурге против «Зенита-М». Сложились встречи для волжан неудачно. В первой самарцы уступили 74-84. Самым результативным в составе самарцев стал Егор Амосов с 19 очками, а Иван Касьянов отметился дабл-даблом – 13 очков и 10 подборов. Они же вели за собой команду во второй встрече, но победы так и не удалось добиться. Поражение «Самары» – 71-86. В Саранске завершилось первенство ПФО по спортивной гимнастике среди команд юношей и девушек. В соревнованиях по программе кандидатов и мастеров спорта среди девушек 13-15 лет у сборной Самарской области серебро. Еще 3 бронзы завоевали девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет в произвольных программах и юноши 13-15 лет по программе кандидатов и мастеров спорта. Самарский пловец Кирилл Пульвер стал заслуженным мастером спорта России. Такое звание получили победители и призеры летних паралимпийских игр 2024 года. Приказ опубликован на сайте Минспорта России. Напомним, Пульвер стал 2-кратным призером Паралимпиады. Он взял серебряную и бронзовую медали в 2 дисциплинах. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. 20 минут для прокачки своей финансовой грамотности. Стартовал финзачет. Он проходит онлайн до 29 октября. Сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Желающие его сдать могут выбрать возрастную категорию и один из 2 уровней сложности – базовый или продвинутый. А еще можно подключить всю семью и пройти зачет командой. Темы зачета – личный бюджет, предпринимательство, накопление, банковские продукты, инвестиции, мошеннические схемы и не только. Те, у кого будут лучшие результаты, попадут в финал Всероссийской Олимпиады. Высшая проба по профилю «Финансовая грамотность». Победители Олимпиады получат льготы при поступлении в вузы. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки приглашает жителей принять участие в опросе и высказать свое мнение о мерах социальной поддержки медицинских работников города. Результаты опроса позволят повысить качество работы. Опрос анонимный. Итоги видны организаторам лишь в форме обезличенных статистических данных. Для участия в опросе необходимо авторизироваться через госуслуги. Опрос доступен по ссылке, размещенной в телеграм-канале департамента. Администрация Красноглинского района напоминает о том, что продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Обратите внимание, что с октября 2024 года внесены изменения. Дети-инвалиды участников СВО обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Какие документы нужны для постановки в очередь, смотрите в карте. Карточках, размещенных в телеграм-канале. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания.